Служба дня и ночи. Эти слова в полной мере относятся к работе специализированного подразделения полиции отдела вневедомственной охраны. Когда поступает тревожный сигнал на пульт охраны, его сотрудники в считанные минуты оказываются на месте происшествия. На место выезжает патрульная группа, которая может при необходимости задержать нарушителя. Полицейские действуют четко, решительно, оперативно. С каждым годом в округе увеличивается количество кнопок тревожной сигнализации. 29 октября вневедомственная охрана отмечает день ее образования. 70 лет назад она была учреждена постановлением правительства. Наше подразделение одно как бы из составляющих Росгвардии. Взаимодействуем с силовыми структурами, ОМОН, также взаимодействуем с структурами Министерства внутренних дел, стоим на защите государственной и частной собственности, охрана общественного порядка при взаимодействии, общественной безопасности, помогаем гражданам, а также людям, попавшим в беду, мы всегда придем на помощь. Накануне юбилейной даты в подразделении вневедомственной охраны поздравить ее коллектив с праздником пришли представители руководства городского округа Щелково. Лучшим сотрудникам от лица главы муниципалитета Андрея Булгакова были вручены грамоты и ценные подарки. Один из награжденных – прапорщик полиции, водитель патрульной машины Казбек Тидеев. Долг, честь – это у любого военнослужащего это на первом месте. Поэтому, мне кажется, те, кто служит в органах МВД, Росгвардии, вообще является военнослужащим. Это высокая честь для него. На юбилейные торжества были приглашены и ветераны подразделения. На сегодняшний день эта служба считается самой наиболее необходимой и перспективной. В связи, помимо сохранности имущества государственного и личного, в связи еще с ситуацией в нашей стране, эта служба может предотвращать террористические акты. Это очень самый главный и важный вопрос. От этого будут зависеть многие жизни людей. Служба в подразделении вневедомственной охраны и почетна, и ответственна. Щелковский отдел насчитывает более 200 сотрудников, которые ежедневно берут под свою защиту более 1000 объектов государственного назначения, коммерческих организаций и предприятий и более 3000 мест проживания и хранения имущества граждан, наших с вами домов и квартир. Мы благодарим их за это и поздравляем с праздником. Андрей Цихадович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение. Yeah.